Как дела? Нормально. Зачем тебе это нужно? Кто ты такой? Главное, что я никому не мешаю, правда? Скотина. Это с меня срисовывали. Всем привет, брозеры! Ушастый теремок FM на связи. Я нахожусь в подсобке. Пацаны там играют в баскет. Я планирую залететь, показать свой уровень. Лайк авансом. Подписка, если этого еще не сделали. Погнали смотреть, что получится. Классно, вы тут собираетесь часто, да? Я видел просто и взрослые, и дети. Ты с отцом наверняка пришел, да? Или как? Приехал, блин, в школу. Гостеприимное приветствие. Тут грязно, я убираю, чтобы вам было тут чисто, чтобы вы видели, в какую сторону бросать. Единственное, что я боюсь, это высоты. Главное, что я никому не мешаю, правда? Жесть, самый пыльный зал, в котором приходилось убирать. Мне надо убрать там подписи. Хорошо, мы подписи по времени собирают. Ну, извините. Шесть, мы поиграем и как бы уберешь, типа вытираю эту херню. Ну так я же ее разлил, чтобы выйти. Я быстро. Играть, у нас по времени, как-то. Извините, пожалуйста, я быстро. Убираю. Что потом завуч мне скажет. Надо четко час, раз в час убирать, подпись ставить, правильно? Вот, тряпкой убери, что ты размазываешь по залу? В смысле по залу? В смысле по залу? Я же знаю как, я уже так 100 раз сделал. Извини. Давайте в другой раз помоемся. Ну, давай мы закончим, ты тут убираешь. Я быстро тут пройдусь. Здрасте. Вам не надо дополнительную игру? Всех хватает? Так. Понял. Это не футбол, это баскетбол. Да я знаю, я тут убираю. Блин, знаю, что здесь и футбол, и баскетбол. Когда ворота ставят, то баскетбол, ой, футбол. У вас ранчирка сухая. И совсем не пахнет. Может кто-то заебется и уйдет. Вы сказали, что вы не против обратно, у нас как раз минус людина. Вона вже все нормально буде в формі? Ні, тут 13-я зарплата, і учителя скинулись на кроссовки. І, ну, я попросил именно. А ви тверезий, так? Пока що да, але ще не вечір. Еще к трудовику не заходил, мы там, я же говорил, не только в баскетбол играем, иногда в настольный бильярд. А. Я раньше занимался баскетболом. Я с физруком, когда сливу заливаем, тут не только баскетбол идет, сам понимаешь. Блин, чувак, ну ты мне эту воду разольешь, что, блин, мешаешь играть. Найди себе место уже, ну капец какой. У меня смена просто закончилась, я решил чуть-чуть позаниматься. Может, с вами как-то? Вас тут, ну, не хватает, может. А ты играешь? Ну, я после уроков часто залетаю на баскетбольчик. Футбол, волейбол, ну вот. То, что вы играете. Можем? Вы не против? Ты будешь нормально играть, то можно. Саша. Привет. Тоже. Эрик. Сони Эриксон. Сони Эриксон. Саша. Водить такие швабру и... Рукав. Я просто постою, мне пасы подавать, я просто хочу вспомнить и размяться после тяжелого трудового дня, так сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. А как мы делимся по росту? Майкл. Я буду против тебя. Окей, у меня кроссовки чистые, если что. Любишь, когда воняет? Если серьезно, пожарьте, я вас перший тут бачу, я никого не бачу, что будет прибирать. Я перешел с 234-й школы. Тут нема такой. В смысле? А где я работал, по-твоему? Добре.
чек. Дивись, треба так взяти м'яч в руки і дати. Просто зверху, а розворота. А чек какой? Из магазина надо какого-то? Чек из магазина, что я что-то купил? Из супермаркета. Или? Как мы делимся? Ты сзади покажи, что ты вниз. Не-не. Сошел с руки. Я думаю, мне надо просто больше разминки. Я сначала по пасах привык. Зачем тебе это нужно? Кто ты такой? Я просто ж после смены пришел и хочу. Я увидел вас, ровных ребят. Вы вообще кто? Вы? Я вас не видел здесь раньше. Я тут работаю. Мы в баскетбол играем периодически. Первый раз вы здесь видели. Мы офисники, звонилочка, знаешь. А. Где-то здесь недалеко. Офис, да. Ну не могу говорить я, но движуха у нас. Ага, я понял. Корпоратив, продажи сегодня хорошие. Чуть поиграем, набухаемся. Потом с малышкой отвиснем. Ага, понял. Блин. Взяли вообще. Я просто боялся врезаться сюда, в раму. Брозер недавно открыл для себя новый сайт, называется Onion. Это реально хорошая игровая платформа, где вы можете развлечься и выгодно провести свое свободное время. Я взял бонус на Onion плюс 200% к пополнению по моему личному промокоду Захаров. Зашел в пару игр, и мне даже повезло немного приумножить баланс. Выбор игр у ребят действительно огромный, и вы с кайфом сможете провести свободное время у них. Для тех, кто хочет повторить, переходите на сайт Onion по ссылке в закрепленном комментарии и получайте плюс 200% в течение 5 дней по моему личному промокоду Захаров. Также получайте ежедневный кэшбэк до 15%. Забирайте быстрее, ведь бонус ограничен. Американская вариация? Друг за другом? Я по телевизору видел просто. Ты за нас? Ты за нас? Извини. Добре. А ё-моё, я постою, буду вам давать. Опа. О. Извини. Это все из запаса, да? Да. Можно я? Это был пас. Ох. Ай. Опа, баскетбольная игра. Давай. А я. Ну, бросок, кольцо. Кольцо. Давай. Попробуй чек. На ту сторону. На вкус бумагу? Нет, центр. А. Ты до кирся достригнуть, тільки що. Ты можешь его выдать. Мне показалось, что щит грязный, я хотел его протереть, но потом подумал, что мы играем. Так, что-то некрасиво получается. Сейчас будет красиво получаться. Been a little too nice for y'all. Now I got a price for y'all. Snake eyes with dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 8-6-4-8. Фигурный балет. I'm flipping the bars, I'm flipping the all record, I still count wins when they got it. All record, I let them take advantage, I was running. All record deals, tell them talk to Colin for the quote. All record, I still want to act like the ghost. For the record, you ain't trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record.
нормально? Нормально. Кто так показалось? Опа. Это должно быть сильно, наверное. Вау. А если... Тоже что-то умеешь? Стойка из мотоцикла. Это защитная стойка обычно. Давай, три, три, три. Я верил в тебя до последнего. Было неплохо. Давай, голова. Это я? Да, я покинул, а ты нам быстро. Извини. Это с меня срисовывали. Я заслоню? Или это не поможет? Молодец. О, уже 5 даешь. Есть прогресс. Я давай его заслоню, чтобы ты прошел. Я пытался. Брозеры, немножко отвлечемся от реального баскетбола и перейдем в виртуальный мир, где мои друзья с X-Site меня оцифровали. X-Site — это мультиплеер-платформа приключений в дополненной реальности, где вы можете видеть голограммы друг друга и взаимодействовать с окружающим миром в игровой форме. И сейчас в апке доступно новое приключение со мной. Выбирайте его в приложении. Собирайте виртуальные мячики, выполняйте другие задания, участвуйте в лидерборде, и самые активные получат призы лично от меня. Сильно было? Это очень сильно. Больше деталей у меня в Инстаграме. Ссылка на X-Site в закрепленном комментарии, поэтому скачивайте и играйте. Чем раньше начнете, тем больше шансов выиграть крутые призы от меня. Я все еще верю в твою руку. Ты можешь прыгнуть, ты просто ось так поплывал. Ладно, все, собрался. Ты бачишь, ты можешь прыгнуть. Grab on me, going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Я сейчас на одну руку перейду. Левой рукой. Нормально? Увалило. Today got lost in the ball and age. I'm flipping the balls, I'm flipping the flipping the all. Not the ghost running through it with the young influence, had a lesson presence, also coming to it. I've been giving guesses when I shouldn't do it. Плаванием фигурным. Плаванием фигурным. Roadie plot, we get a whack. Contract, give me the max. I got lab on my back. You ain't that, then it's racks. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me, going all the way. Эти залы пробирают. А какие залы надо? Актовые? Я там уже поубирал. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Дякую за игру, Саша. Дякую. Ты меня просто вразил. Дашь телефон из рука за тим. Ты тоже хочешь нам піти рассказать? Да. Дуже тобі дякую. Навчи так стрибати. Паники забив? Да. Розгоняєшся. Розгоняєш. Ноги широко. І сверху. А що по росту?
Смотри, если бы я был такого роста, как ты, я не могу на коленях просто показать. Ну, здесь чисто, конечно, я так сказать. Після твоїх жартів брудно, але все ж таки. Давай, ти смотри, давай. Получилось же, ну? Что за херня? Ну, ты же забил? Мы же этого и хотели? Не благодари. Я пошел убирать. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Ты попрыгаешь, а можешь попробовать через меня? Точно все будет в порядке, это моя подруга, я переживаю. Да. Я постараюсь. Точно? Я постараюсь. Нормально? Все понравилось? Давай так, ты меня звонил, я тебе звоню. Як? У тебя есть мобильный пристрой? Да. А где свой мобильный? Тебе YouTube приложу? Да. Окей. Дивись, увімкни яке завгодно відео. По містеру Бістову. Сьогодні ми собі... Добре, дивись, давай знову. Ось так ми чуємо, що там є щось, так? Я роблю отак тихо. Ти звук не чуєш, але відео йде. Зараз я тебе прошу загадати яку завгодно пісню, так, щоб у тебе був в голові. Виконавай ці пісні. Наприклад, там, Вєрка Сердючка, оп-оп. Але перед тим, як ти загадаєш, я зараз напишу цю пісню і увімкну цей кліп, добре? Ага. Ти готовий? Потримай поки мій телефон, не чіпай, просто так його. Я заготовлю спецпрограму. Подумав? Так. Да. А що мені робити з твоїм телефоном? Нічого, нічого. Давай. Дивись, я вімкнув цю пісню, вона вже грає. Але зроби максимально тихо, добре? Ага. Я її покладу донизу, добре? Окей. Ну, давай писати. Дивись, кладу донизу. Не чіпаю твій телефон. При тобі, за кожен заміточок. Дивись, щоб ти мене не, як не надурив, просто пиши виконавця та його пісню. Ну, плюс-мінус, я думаю, я так загуглю, так і знайду. Добре, нажимай готово. Є. Думаєш про цю пісню? Так. Тобто весь цей час я сидів біля тебе. Я до твого телефону не доторкався, правильно? Ага. Зараз просто повільно зроби трохи голосніше свій пристрій. Трохи голосніше робити. Гарний смак, так? Мне нужно кое-что тебе сказать. Брозеры, ну как вам ролик? Надеюсь, лайк уже прожат, он превзошел ваши ожидания? Напишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в следующем видосе. Набираем 20 тысяч лайков, и я выпускаю ботана, деда или уборщика. Мне нравится лично уборщик. С вами был Сан-Тропе. Увидимся в новых крутых видосах. Пока. Спасибо. Хорошо идем. Отлично. Лучше, чем мою полы или хуже? Да нет, полы я мою хорошо.